Привет. Я делаю себе завтрак. Перешла на осеннее питание. Короче, крупы из молочки, только кисломолочные. Ну, кстати, молоко тоже пью с кофе, когда продолжаю. Но это связано с тем, что я вообще не знаю, чем заменить. Я когда по магазинам хожу, у меня вообще три отдела мимо я прохожу. То есть там, где я вообще ничего не покупаю никогда. Ну, это типа отдела с... Короче, виноводку я всегда прохожу мимо. Я там ничего никогда не беру. Никогда не беру всяких копченостях. И никогда не беру, ну, собственно говоря, эти сладости. У меня любимые сладости, лукавить не буду, я ем, но я сейчас заменила эти батончиками спортивными, протеиновыми. Вот, и то легкими такими. Короче, овощи остались. Холодцы для костей и волос, крупы и творог там, даже не йогурты, йогурты редко, в общем, короче, вообще не знаю, чем питаться. У вас есть такая проблема? Вообще прям вот овощи только, допустим, хорошо, ну, осенью, да? Вроде бы много всего, но так, чтобы это было полноценное разнообразное питание, прям проблема. Рыба еще. Да, ну и раз я все равно как бы мясо ем, потребляю, потому что не знаю, чем заменить. Бобовые у меня как бы в рационе всегда есть. Растительный белок. Вот, больше не знаю. Расскажите, чем питаетесь, если вы на правильном питании. Ну, как не на правильном, хотя бы на каком-то более-менее полноценном рационале. Потому что я, когда по магазинам хожу, я прям выбираю. Что же можно купить такого, чтобы было осознанно. Вот, видела. У меня вот такие будут творожники. Колобки, сырники. На завтрак. Я уже планочку сделала сегодня. Сейчас поеду отправлять 12-ю посылку. 12 продаж уже в магазине. Вот. Делаю рюкзак. Скоро выставлю. Ладно, в руки. Муки. Буду. Нос тоже в муке. Все, давайте. Всем пока.